Это история об одном грифере, который был наказан и отправлен в ад на вечные скитания в поисках выхода. Из этого мира еще никто не возвращался. Портал был уничтожен. Кто потревожил мой покой? Но тем самым они разбудили нечто в глубине. То, что покоилось миллиарды лет. Древнее зло. Семь кругов ада стоят на твоем пути. Тебе нужно пройти их всех, чтобы выбраться. Грифер долго шел по туннелям и увидел свет. Но это было лишь начало его испытаний. Семь кругов ада ему нужно было преодолеть. Над лабиринтом была надпись: «Всяк туда входящий будет блуждать там целую вечность». Но Грифер оказался не такой простой глупец. У него в кармане остался кусок хлеба. Он кидал кусочек хлеба перед каждым разветвлением лабиринта, чтобы не заблудиться. Спустя время хлеб закончился, и кидать было уже нечего. Взять его, воины мои! Демон ночи найдет тебя! За Грифером отправили лучшего воина ада, чтобы найти и убить его. Грифер бежал по дороге изо всех сил. Но тьма все сильнее окутывала его. Ему повезло. Он нашел выход из этого лабиринта. Я до тебя доберусь. Грифер несся изо всех сил, чтобы убежать оттуда.